Союз нерушимых республик свободных сплотил. Здравия желаю, уважаемые посетители и подписчики. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Сегодня мы производим проверку на вот этой батарейке. Правда, батарейка старенькая. Значит, что я сделал? Через вот эту панель, как я показывал до этого, гибрид-система. Так, вот она. Значит, лампочка 5 ватт, самая оптимальная. Панелька 30. Значит, включил. Сейчас включу, покажу. Включил лампочку. Вот. Вот эту. Вот у меня, значит, сейчас покажу. Вот эти два конца. Вот они. Сейчас мы их померим. Сколько на выходе. Так. Лампочка 5 ватт. Четырнадцать вольт, видите, как раз для зарядки батареи. То есть я зарядил, это правда дохлая батарейка, но все равно зарядил ее. Заряжал всего, как она дохлая, заряжал ее всего, сейчас скажу вам сколько. Вот, 18, вот у меня записано, тот расчет. 18.04, то есть 18 минут. И включил лампочку. Лампочка здесь 16 светодиодов. Значит, в общем, светильник 3,2 ватта, 3,2 ватта, и посмотрим, сколько будет гореть. То есть зарядил, 18 минут заряжал, посмотрим, сколько будет гореть. Затратил, значит, сейчас посчитаем, сколько я затратил, чтобы вам видно было подсчет, значит, 18 минут, вот 18 помножим на 60, это будет 1080 секунд, и тут еще 4 плюс 4, 1084 секунды затратил. А за час потребляет эта лампочка, как известно, 5 ватт, 4,6 даже. Ну, округлим. Я мерил по вот этому счетчику и по вот этому прибору, одинаково показывал, 4,6. То есть это электронный, как рептилоиды предъявляли. Вот он электронный, а это механическая система, электромеханическая. Значит, 1084. А в часе у нас, сейчас я вам скажу, в часе у нас 3600 секунд. 3600 разделим вот на это, 1084, и получаем 3,32. А как известно, у нас 5 ватт в час. 5, значит, делим на 3,32. Получаем. То есть затратил, вот видите, 1,5 ватта. Записываем. 1,5 ватт затрачено за 18 минут. За 18 минут затратил 1,5 ватта. Хотя это что-то много, ребята. Ну-ка пересчитаем. Да нет, наверное. 18 минут. Ну, сейчас пересчитаем. 60 разделим на 18. Нет, все правильно. Все правильно. 3,3.
три раза, в три, в общем, одну треть затратил от пяти. Полтора ватта. И значит, вот она у нас горит ярко. Так, секундомер у нас пошел. Вот секундомер, 6 минут прошло. И посмотрим, сколько прогорит, пока батарейка не подсядет. Как батарейка старая. Как будет с батарейки выходить где-то 2, меньше 3 вольт, лампочка погаснет. То есть лампочка горит только если не меньше 3 вольт подать. Вот и посмотрим. Сейчас пока приостановим это все. И когда погаснет, я продолжу репортаж. Итак, заряжали, значит, 18 минут, а горит уже. Вчера 3 часа прогорело, и сегодня сейчас уже 12.18. А вот время. 12.18. Видите? 19 число. А лампочка, вот она как горела, так и горит. То есть 18 минут заряжаешь от 5-ваттовой, снятой с колпачка. А лампочка на 3,2 прогорела, значит, считайте, вчера 3 часа. Это я выключил где-то 8. 4 часа и сейчас 12. 16. Ну, 20 часов, почти 20 часов горит, все, и ни хрена. А заряжали 18 минут, то есть КПД очень высокий, даже трудно сказать. Сейчас я скажу примерно КПД, посчитаем. Так, вот смотрите. Давайте вместе посчитаем, значит. Вчера 3 часа, потом с 8 до 12 7 часов и до 12 19 часов. 19 часов помножить на 3 и 2. Это вот мощность вот этого светильника. 3 и 2 ватта. Получается 60 ватт. Выдало уже и продолжает еще светиться. А потребили 1,5, разделить на 1,5, 40, и помножим на 100, 4053% КПД. Вот так вот. 4053%. Большое спасибо за внимание. Желаю всем здоровья и успехов в труде и обороне. А также всех с Новым годом!